Так, в августе максимальное количество автомобилей на посту Магре зафиксировано на уровне 24 626 единиц, а в Дагомысе 50 490. В сентябре эти значения составили 18 622 и 46 443 соответственно. Очевидно, что даже к концу сентября автомобильный трафик ближе к административному центру города значительно выше нормативного, который для этой дороги должен составлять 17 000 автомобилей в сутки. Кроме того, статистика вновь подтверждает данные ГАИ о том, что внутригородской трафик формируется в основном местными, а не приезжими из других регионов.